В Уральске запустили новое предприятие. Оно производит оборудование и конструкции для сферы нефти и газа, а также для жилищно-коммунального хозяйства. Инновационный подход в работе позволяет сократить сроки производства продукции. Официальное открытие планируют в конце месяца, но наши корреспонденты уже побывали в цеху. Подробнее расскажет Алмагуль Джимписова. Данное предприятие на рынке с 2019 года, но все это время арендовали производственные площадки и отрабатывали небольшие заказы. В этом году завод переехал в собственное здание и стал наращивать обороты. Порядка 100 человек нашли здесь постоянную работу. Я работаю на фрезерном станке, вертикальном фрезерном. Мы делаем детали, фланцы, ставки, челюсти, элеваторы. Да, в день, короче, изготавливаем фланцев 30 штук, да, с 9 до 6. Сколько лет уже вы здесь работаете? 3 года. Наряду со стандартными станками в новом цеху запустили и новое оборудование. К примеру, другие цеха в регионе вот такую конструкцию изготовят за 3-4 месяца. На данном предприятии ее сделали всего за неделю. И все благодаря современному станку, аналогов которому нет в Казахстане. Закупили станок РЛСТК, который производит модульные здания, быстро возводимые. В Казахстане как бы таких аналогов нету. Мощность всего, грубо говоря, возводимое одно здание, там 12 на 10, он быстро напечатает. Ну, буквально, если программу поставить, где-то за 4 часа полностью будет все детали готовы. Такая технология применяется в Канаде, Турции и Китае. С ее помощью можно производить различные здания и сооружения, например, вахтовые городки, спортзалы, ангары, столовые, гаражи, блокбоксы, санузлы и многое другое. В целом в цеху производится 48 наименований продукции. Это блок дозирования реагентов, водораспределительные пункты, различные установки, все, что необходимо для отрасли нефти и газа. Наши заказчики основные – это казахстанские компании, которые работают в сфере добычи нефти, газа, переработки. Заказов отработано более 300. Регионы поставки в основном это Мангистауская область, Атырауская область, Кызылординская, Актюбинская область и Западно-Казахстанская. Условно, если это крупное оборудование, крупноузловое оборудование, то порядка 30 единиц в год мы можем производить, да, уверенно. В данный момент рабочие трудятся над заказом недропользователя КПО «БиВи». С 2021 года через СПК «Акжай» к предприятию была выделена земля, половина которой уже освоена. На второй части завершается строительство еще одного цеха. Его запустят в 2026 году. Алмагуль Джимпейсова, Колыбек Акрап, Саид Самигулла, «Акжай», «Акпарат».